Предвыборная кампания не дает расслабиться ни на секунду. Каждому, несомненно, хочется стать лучшим. Как в учебе, спорте и творчестве, так и на депутатском поприще. И пускай парламент молодежный, цели у юных кандидатов вполне серьезные. От 34-й школы баллотируются двое амбициозных представителей. Очень давно этого хотел. Я буду бороться, высказываться за улучшение качества учебы, жизни молодежи. Буду выдвигать идеи для добавления разных кружков, секций, в которых каждый может проявить самого себя. Я представляю не только свои интересы, но и школьные интересы, поэтому как раз-таки я решила баллотироваться. Мне хотелось бы поменять все к лучшему, изучить интересы нынешней молодежи, чтобы они проявляли больше инициативы к мероприятиям, акциям. Активная предвыборная кампания велась и в Бобруйском медколледже. Трое кандидатов подошли к делу основательно, подготовили выступления, презентовали программу перед коллегами. На счету каждый голос. В глазах молодых выдвиженцев решительный огонь вперемешку с легким беспокойством. Неудивительно, на юных плечах они несут большую ответственность. Моя программа состоит из помощи более таким замкнутым ребятам, которые помогут им не попасть в какие-то безнравственные и аморальные ситуации. То есть она будет нацелена на психологическую, социальную и информационную помощь, и также я бы очень хотела заняться волонтерством. Помощь нуждающимся людям, например, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, людям с особенностями в развитии и также детям, находящимся в детском доме. Присущий победителю, наверное, креативность, ведь в любом случае это довольно тяжелое и ответственное занятие быть в молодежном парламенте. Доброта, активность. Позитив. А моя программа нацелена на поддержание волонтерского движения, активное представление интересов молодежи, также проведение совместных мероприятий с другими учебными заведениями с целью предоставления интересного опыта и также обмена ценностями. День поистине значимый. Пятый созыв обещает быть богатым на события. Всего изберут более 60 человек. 44 представителя молодежи, еще 22 члена назначит президиум Бобруйского городского совета депутатов. Мы возлагаем большие надежды на новый созыв молодежного парламента. Ждем от них активной работы, инициативной работы. Ждем созидательных, конструктивных идей, новых замыслов, новых проектов. Критерий один. Эти проекты должны работать на благо жителей нашего города. Они должны способствовать развитию города, развитию молодежной инициативы, становлению молодого поколения в целом в нашем городе. Все это приведет, я убеждена, к совершенствованию условий и для молодого поколения, и для населения города, для наших бобруйчан в целом. Выборы стартовали в 28-й школе. Ученики собрались в коридоре, чтобы поскорее отдать свой голос. Доска увешана агитационными плакатами. Успехи, достижения, цели и пути их реализации. Момент ответственный и волнительный. Бланки с заветными галочками быстро заполняют урну. Это большая возможность представлять интересы молодежи. И я в дальнейшем хочу связать свою жизнь с этой сферой, поэтому это является моей мечтой. Хочется представлять на таком масштабном уровне всю молодежь. Конечно, волнуюсь, но я уверена почти на все 100%, что я выиграю. Процесс кипит и в Бобруйском технологическом колледже. Наблюдатели внимательно следят за ходом процедуры. Студенты стекаются в библиотеку, которая на один день стала пунктом, где вершится судьба будущих депутатов. Сегодня один из четырех выдвиженцев займет почетное место в молодежном парламенте. Очень волнительно. Хотела бы, конечно, чтобы меня выбрали как участника. Автотранспортный колледж также активно включился в работу. Каждый хочет проголосовать за понравившегося кандидата. А они все как на подбор. Определиться с одним невозможно. Программа каждого – квинтэссенция креатива, интереса и новизны. Я баллотируюсь в молодежный парламент для того, чтобы улучшить свой город, сделать его более красивым и перспективным для молодежи. Проявил интерес в этом направлении, так как всегда я считаю, то, что надо вкладывать в развитие своего будущего, развитие и будущее своих ровесников и развитие и будущее своей страны. Наши обучающиеся занимают активную жизненную позицию, принимают активное участие в развитии молодежного движения по выборам молодежного парламента.
Горящие глаза, множество идей и безусловная вера в себя. Молодежь Бобруйска уверенно делает шаг навстречу лучшему – городу, стране и будущему. В их силах запустить процесс, благодаря которому жизнь миллионов юношей и девушек станет еще насыщеннее, интереснее, продуктивнее. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.